Ну что, блять. ВСС не может, кулак поможет. Yes. На нахуй. Так, надо остыть, надо остыть, чат, надо остыть, надо остыть, надо остыть. Все игроки Бобажи очень милые люди, очень милые люди. Все. Все без исключений. Все. Ну ладно, не все. Есть, конечно, гниды кончены, но нет, но в принципе, это же игра, правильно? Я как будто в одиночную игру играю, знаете, я иду, и у меня из разных комнат. Оп-оп-оп, выскакивают челики. Вот эти вот скриптовые. По скрипту, которые должны вылазить. Вот ты дошел до чекпоинта, и они такие, оба, и нападают на тебя. Блять, проснулся.
Проснулся. Почему-то мне кажется, что мне нужно сюда. Вот прям вот в этот песок. Кстати, кто-то был на старте, может быть, он даже... Тут, скорее всего, будут проезжать. С той стороны. Это, знаете, такой основной тракт. Точно песок, а не навоз СРА. Да, точно. Надо всем, туда говорят, можно без парашюта. Надо будет попробовать. Тут ничего не происходит. Ой. Блин, я постоянно налево съезжаю, когда карту смотрю. Замечали? У меня постоянно так происходит. По мне, серьезно, по мне какая-то бестолочь просто попала. С болтовки. Во время движения. Люблю, когда так. Он не с той стороны вышел. Он чуть проебался и вышел не стоит. Бля, я не сяду в тачку. Я чувствую, что я сяду в тачку, и мне корякер в голову даст.
Он что, остановился? Остановите! Остановите! А я не понял, где он остановился. Я остановился ли? Нет, он не остановился. А звук пропал, как будто бы он остановился. Просто так резко оборвался. Он встал? Я не видел, чтобы он из-за пригорка выехал. А, нет, едет. Прятался, блядь. Я уж боялся, я опять фидану из-за того, что прицел ниже не опускается. Обалдеть, чел запасливый. Он себе в багажник положил щит и канистру. Дальнобойщик, хорошо, а щит? Ну просто дальнобойщик со щитом. Вверх, что ли, кто-то был? Да блядь, сука, нет! Не задерживай меня! Куда он уехал? Куда он уехал? Куда он уехал? Ладно, там другая тачка едет. Она вот сейчас здесь проезжает. Да ты чё замедлилась-то, мразь? Давай, блядь, топи! Давай топи! Сука! Боже, как... Сейчас меня этот валенок еще и грохнет, да? Ты, сука, 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 сука! Блять, там уже какая-то мышь лутается. Серьезно? Чего?
Давай отсюда, блядь, приземляйся, долетался уже. О, еще одна проблема приехала. Еще одна проблема отъехала. Ну, тут, конечно, это ловушка Джокера, а не поле. Я не знаю. Это ловушка Джокера. Как здесь полутаться? Тот, кто решит полутаться, умрет. Но мне очень надо. Сейчас. Поймите, мне очень надо полутать это. Но я не смогу без третьей каски. Мне очень нужна каска. Мне обязательно какой-нибудь опездал даст в голову скоряка. Обязательно. Но это настолько базовая база. У меня же по-другому не работает. Ну и тот бы дроп еще посмотреть, конечно, было бы клево. Только давайте без этого. Жадность фрая разгубила, если что, бля, ненавижу эту фразу вообще. Если что, просто скажем, что таков путь, ладно? Да, чел, я тебя понимаю прекрасно. А вот эта крыса мой килл только что забрала. Вот эта крыса только что забрала мой килл. Куда ты смотришь? Ты дурак, что ли? Ты дурак, что ли? Да, а как в него не регает? Чё за хуйня, блядь? Это прикол какой-то? Алло, блядь, PUBG. Ну, вроде работает. Куда он успел убежать?
На нахуй. На, блядь. Вонючка вонючий. Какой вон... У него не регало, просто не регало. Я не понимаю. Остановись, пожалуйста. На мгновение остановись, браток. Ну нет, нет, не вставай, вставать не надо. Блядь, ты дурак, что ли? Ты, блядь, дурак? Нахуй ты выснулся, урод, блядь. Блядь, еще один чел с моей стороны. Я не верю, блядь. Бестолковый чел, который ползал, не может меня перестрелять, чат. Я не верю в это. Бестолковый ползающий чел не сможет меня перестрелять, чат. Это все шутки. Так, блядь, как не регает? Я не понимаю. А, я понял, у него этот... У него, возможно, теплак. Босоногая сволочь.